Из Ульяновска на Северный полюс. Два ученика Ульяновской первой гимназии стали победителями конкурса «Ледокол знаний». Они вошли в число 68 юных россиян, кто получит возможность отправиться на Северный полюс из Мурманска на ледоколе «50 лет Победы». Старт путешествия намечен на 13 августа, а перед поездкой со школьниками встретился Алексей Русских. Я, конечно, бывал на ледоколах, но на Северный полюс не ходил, потому что довольно-таки много времени на это нужно. Но у вас огромная возможность, очень большая возможность познакомиться с другими ребятами, победителями соответствующего конкурса, подружиться, узнать для себя много нового. Сава Хапман и Богдан Солонец переходят в 11 класс. По их словам, конкурс «Ледокол знаний», который проводится при поддержке госкорпорации «Росатом», был интересным. Победа стала для ребят сюрпризом. В поездку берут теплые вещи, а обратно хотят привести незабываемые впечатления. «Белые медведи», конечно же, именно моя мечта, самая основная мечта – это искупаться прямо в проруби на Северном полюсе. Посмотреть впервые на землю Франца Иосифа. Самое интересное для меня – это вот этот момент, скорее всего, будет. Почему именно земля Франца Иосифа? Ну, все-таки это одна из недостижимых, так сказать, точек, которые можно посетить. Это путешествие, они позволят и получить им новые компетенции, и показать всему миру, всей стране, какая талантливая Ульяновская область. Мы желаем удачи нашим ребятам, у них точно хорошее будущее. Глава региона вручил ребятам флаг Ульяновской области, ну а школьники пообещали установить его на Северном полюсе в конце августа, когда Сава и Богдан вернутся домой. Алексей Русских планирует снова встретиться с ребятами, чтобы послушать их впечатления о путешествиях.